Глава 2 книги пророка Иезекииля. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним посылаю я тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «Плач и стон и горе».